in waves, rumbling to me. His keen and wise, despite all storms. My bloody guide, he's so alone. Who gave him song to break the dawn? Still night, bruising and the loose. He sends a call to join his tour. Лайнер модных столичных мероприятий. Первый российский проект на знаменитом фестивале танцевальной музыки в Лондоне. Группа, чьи композиции уже включены в авторитетные мировые сборники. Trianglesun. Авторский проект композитора и вокалиста Александра Князева, которого мы приветствуем сегодня в нашей студии. Саша, доброе утро! Доброе утро! С прошлого года мы с тобой не виделись уже, да? Да, уже давно-давно. Давно-давно. Как дела? Рассказывай. Ну, как дела? Ну, выглядишь, в принципе, ничего не изменилось с прошлого года. Пью витамины, все серое, грязное, пытаемся бодриться. Вот. Ну, в общем, это хорошее время, на самом деле, для того, чтобы запереться в студии и подписать музыку. Ну, ты такой романтик, да, любишь вот такую погоду, сидеть где-нибудь... Терпеть и... не могу такую погоду, мне кажется, что... Мне кажется, что такая погода прям для романтика, вот она, прям идеальная. Да, да, нет, вообще нормально, нормально. Жаловаться не приходится, все хорошо. Муза посещает, самое главное. О, это главное. Поэтому... Да, нет, кстати, у меня был эксперимент, когда я пробовал писать музыку в теплых краях. И ничего не получилось. Это очень тяжело. Серьезно? Серьезно.
Нет, знаешь, думаешь, ладно, 2 дня отдохну, полюбуюсь на море, а потом начну, наверное, надоест это. И это не надоедает. Проходит неделя, проходит вторая. А ты все отдыхаешь. Отдыхаешь, отдыхаешь, и тебе классно. И, в принципе, даже как-то и не хочется... Ну, как-то, знаешь, вот смотришь на море, и туда все вот уходит, приходит, и все классно. Как бы вроде как бы хочется, чтобы вот смотришь на море, и прям как что-то появилось в голове у тебя. А ничего не появляется. А не появляется, потому что все как бы и так классно. Нету этого нерва, понимаешь? Все круто. Так что... Так что... Да, как Новый год встретили? Новый год мы встретили по-семейному. Мы были за городом, катались на снегоходах. В Москве встречали? Лепили снеговиков. Нет, нет. Не в Москве? Не в Москве. Где были, рассказывайте. Колитесь. Мы были где-то в 300 километрах от Москвы. Был такой большой загородный дом. Там был снег, кстати. Да, была, да, за 300 километров от Москвы шел снег. Или шел. Его туда тоже привезли? Нет, шел снег. Шел снег. Ну, повезло вам, да. Хотя я не знаю, может, кто-то привез его. Не, ну классный, классный. А новогодние каникулы там же провели? Прям все вот эти безумные 9 дней? Нет, на самом деле, это, наверное, 1 январь, когда мы не улетели отдыхать. Обычно мы в январе уезжаем, как обычно, куда-то теплый край, чтобы подзарядиться. Но была очень важная миссия. Какая? Как ты знаешь, 2 числа, 2 февраля будет концерт. Подожди, у тебя главная, знаешь, какая миссия? У тебя главная миссия — написать трек на русском языке. Ты это сделал? И я это сделал в январе. Ура! Я ради этого не поехал отдыхать. Это можно назвать новогодним чудом, друзья. Целый год Александр Князев приходил к нам в гости, и я все его выпытывал. Ну когда уже появится русскоязычная песенка, которая будет радовать нас? Знаешь, вообще, мне кажется, этот год, он необычный. Давай, рассказывай, чем. Смотри. Каждый год я пробую, у меня есть такая традиция, я пробую написать песню на русском. Раз в год. А когда это происходит? В разный момент. Но это попытка один раз в год, потому что я не хочу себя мучить на эту тему. Я думаю, вот пойдет, не пойдет. И я так практикую уже, наверное, года 4. 4 года не идет. Вот 4 года как-то, ну вот, что-то получилось, но я понимаю, что ну нет, это не то. И 2020... Понимаешь, ты вот веришь в это всю нумерологию? Я не верю, но это произошло вот 2020. Не знаю. Я не знаю, как к этому относиться. Вот это да. Но я думаю, что, конечно, может быть, причиной было то, что я не поехал отдыхать. Все-таки. Да, иногда не надо отдыхать, да? Чтобы, собственно, логически предположить работать. Да, нужно было куда-то все это вот выплеснуть. Ну и 2 февраля состоится концерт. Рассказывай про концерт. Что это будет? Будет большой концерт. Там будет 3 новых трека. Вот это ты. Из которых один будет на русском. Так. Вот. В общем, всех ждем. Круто провести время, потанцевать. И вообще. То есть там состоится премьера. Да, будет 3 презентация. Новых песен, да, от команды «Trianglesun». Да. Название русского трека хотя бы сказать можешь? Ну так, поспойлерить. Он называется «Знаю». «Знаю». Угу. Узнаем, что знает Александр Князев 2 февраля. Да, на его концерте. Есть вопрос такой, который я увидел, кстати, у тебя в сторис в Инстаграме, да? Есть такая история, когда ты спрашиваешь у своих подписчиков, задавайте вопросы, я отвечу, я крутой, вот, давайте, задавайте. И классный вопрос я там увидел. Как и что надеть на ваш концерт? Есть какой-то дресс-код специальный? Потому что я так понимаю, что раз люди задают такой вопрос, значит, были какие-то там, не знаю, может быть, проблемы? Ну, кстати, о проблемах я не слышал, но что... Ну, конечно, не ты же там стоишь на фейс-контроле. Да нет, у нас нет никакого фейс-контроля, пускают всех. Я считаю, что нужно надеть то, в чем будет удобно и комфортно двигаться и танцевать. А это говорит о том, что будут танцы, жаркие, пылкие, громкие. А вот скажи, какой твой основной гардероб? Что туда входит? Вот именно основной. Смотри, основной гардероб... Водолазка. Основной гардероб мой открывается весной и закрывается в октябре. Все остальное время... Шорты и футболка. Это что-то... Не, вот как раз наоборот. Все остальное время это что-то черное. И вообще вот такое, знаешь, в чем не жалко вообще выйти на эту улицу. Серую, грязную, черную. Хоть я езжу на машине, это все равно все отвратительно. А весной
Открывается, конечно, спектр одежды. И я очень люблю в последнее время, например, что-то такое, знаешь, там, брюки с кроссовками или кедами, какие-то такие свободные футболки. Ну, что-то такое вот. Ну, ты, кстати, очень стильный такой парень. Да, спасибо, да, спасибо. Всегда прекрасно выглядишь. Я даже знаю, чья это заслуга. Да. Ксения, да, смотрит за мной. Что бы мы делали без любимых наших женщин? Конечно же. Я надеюсь, что русскоязычный трек ты посвятил именно им. Кстати, трек об отношениях. Об отношениях. Хороших? Ну, о глубоких. О глубоких. Вообще, кстати, вот знаешь, что я понял? Вот не хочет рассказывать, я все вытягиваю. А знаешь, Тимур, я что понял? Я понял такую вещь, на самом деле, в последнее время. Меня тоже часто спрашивают про это. О чем эта песня, о чем эта песня? И я понял, что я больше не буду рассказывать. Знаешь, почему? Потому что для каждого эта песня была, должна быть как-то своя, да? Да, да. Это также... Это, кстати, я это услышал у одного режиссера, не помню какого, он сказал такую классную фразу, она прям так осела у меня прям в сознании. Он говорит, я никогда не рассказываю, о чем мой фильм. Потому что... Каждый его будет воспринимать по-своему. Да, и говорит, нельзя это рассказывать. Это творческая вещь, и каждый человек должен вот сам в этом копаться. В этом и есть прикол. Да. А если я сейчас все скажу, то это будет как бы, ну, это неинтересно будет. А я тебе хочу сказать еще, знаешь, что в последнее время так, я не знаю, что за тенденция появилась, да, люди не ходят в кино, потому что им кто-то сказал, что да плохой фильм, не ходи. Да? То есть свое мнение у людей пропадает. Так же там, слышал новую песню «Трианглесун»? Да, слышал. Да, вообще ни о чем. Понимаешь? А ну не буду тогда слушать. Но эта история не про вас. Я уверен. Это безусловно. Кстати, я по этому поводу перестал смотреть трейлеры. Потому что смотришь трейлер и весь фильм как будто посмотрел. Ну, вот, вот сейчас да, так, да? История с трейлерами, да, это такая... все самое лучшее там собрали, да, да, показали. Да. В принципе, да, ты посмотрел самое интересное. Уже нет интриги такой. Что ты, кстати, посмотрел в последнее время из кино? «Форд против Феррари». Мы посмотрели «Однажды в Голливуде», наконец-то. Ура! Это потрясающее кино. Очень круто, очень круто. Я, кстати, подожди, «Однажды в Голливуде». Я видел пост у тебя в Инстаграме. Ты сходил на «Звездные войны». Да. Да? И, что самое интересное, ты до этого не смотрел предыдущие вообще, части. Вообще, я вообще ничего не смотрел ничего про них. Понял. Или там не надо понимать. Со мной сидел мой знакомый. Он был моим консультантом. А, он тебе рассказывал. Он знал все. Он смотрел этот фильм, типа, второй раз уже. Вот. И он меня, в общем, вводил в курс дела. Это было тяжело. Я не смотрел на самом деле, знаешь, какой причине? Я не люблю фантастику. Вот бластеры, вся эта история, как бы космос. Я вот не особо. Либо я люблю фантастику, но которая, знаешь, как бы реальная. Типа вот к «Звездам» вот фильм был, да? Он типа такой, как бы реалистичный. А зачем ты пошел на «Звездные войны»? Ну, надо делать было нечего, нет, дело было вечером. Ну, вот тоже все говорят, это как бы, ну... Это культовое кино. Кстати, оно же это как вторая, это как завершающая часть вообще всей оперы, да. Поэтому говорят, ну, чувак, ты должен сходить хоть раз посмотреть на это. Как... Сходил, посмотрел, понравилось. Нет. Нет. Ну, спокойно. Ну, не знаю. Ну, не мое это. Фантастика не моя. Ты слышишь, да, уже, что играет? Ага. Знакомые звуки. How Can I, трек «Трианглесун». Скоро вернемся. Before you came, I was blind. Regret.
Trianglesun в эфире «Радио Романтика». Песня называется «How can I?». Лидер этого коллектива сегодня у нас в гостях. Александр Князев. Саша, доброе утро еще раз. Доброе утро. Я посмотрел у тебя в Инстаграме. Многие твои подписчики задают тебе один вопрос интересный. Я бы его тоже задал. Ну, вот как бы от них, да, от их лица, mm-hmm. потому что их это интересует. По поводу второго вокалиста в группе. Будут ли в группе Trianglesun какие-то кадровые изменения? Что-нибудь Нет. такое подумывали? Нет. То есть все как было? Все как было. Плюс прошу любить и жаловать Эдуард Ижаковский. Это бас-гитарист. Так. Который покажет все свое мастерство 2 числа. Ого, вот это да. А вот мысли взять девочку в коллектив не было? Нет, нет. Пока нет мысли никого брать. Пока вот так. Угу. Не возникало у тебя мысли в этом году вот прям что-то взять и кардинально изменить в своей жизни? Ну, не знаю, поменять прическу. Это не кардинально будет. Бросить все и уехать куда-нибудь на Бали. Там сейчас вся Москва, судя по Инстаграму, да. Слушай, я уже... Или, например, знаешь что? Или, например, взять и начать играть совершенно другую музыку. Чтобы прям всех удивить. Я уже поменял кардинально в своей жизни. Я написал песни на русском. Вот это да. Это реально кардинальное изменение. Реальное кардинальное изменение. Как все... Она как будет звучать? Как предыдущие треки? Она будет звучать, да, в духе Trianglesun. В духе Trianglesun. У нас вчера была репетиция. И я исполнил для нашего звукорежиссера. Он человек с отменным вкусом. Он после этого не отписался от себя в Инстаграме? Он достаточно критичный. Да, я ожидал такой реакции. Ага. Вот. И он сказал, что это очень крутой трек, ему очень понравился. И он будет ждать его весь концерт. Ого. Это было для меня так круто, ну потому что когда человек говорит из индустрии, который занимается звукорежиссурой, он все это слышит, он понимает, то есть это, конечно, ну, приятно, это приятно. Так что вот так вот. А вы когда ее на концерте споете? Где-то в середине. А в середине? В середине. Не в конце, да? То есть в середине уже ты выстрелишь. Да. Да. Угу, окей. 14 февраля, не с горами, да? В каком городе вы будете в этот день? Мы, артисты, повезет? Не знаем никогда, когда мы будем завтра. Да, вот зато человек есть, который знает. Я умею читать по губам, подожди. Новосибирск. Новосибирск. Точно, в Новосибирске. Холодным, морозным, снежным, белым. Ну вы привезете туда свое тепло. Мы туда снег привезем. Или оттуда, московскую весну. Слушай, да. Смотри. А 2019-м музыкальным открытием года многие назвали, я сейчас говорю про российскую эстраду, девушку, которую зовут Зиверт. Ты знаешь ее творчество? Слышал, знаком? Да, слышал. У них, кстати, тоже композиции и на английском, и на русском, если не ошибаюсь. Да, у них много таких композиций. Ну, нравится тебе это? Ну, достаточно самобытно и, в принципе, очень так свежо, да. У нее, кстати, прикольный очень голос, тембр очень такой прикольный как-то. И, кстати, что я отметил, что и русский, и английский, у нее так все звучит очень как-то по-музыкальному. То есть на русском вот как-то не ломает. Вот очень так, прикольно. Да? Да, да. Кстати, в этой песне тоже русский, английский, да, по-моему, есть? Life называется трек, да, конечно. Это Зиверт, для тех, кто не знает. Да, и еще. Недавно состоялась церемония награждения премии Грэмми. Там, собственно, победил кто? Знаешь? Нет. Самое большое количество взял номинаций. Билли Айлиш? Вот это вот, понимаешь? Да. Девушка взяла 5 номинаций, 5 статуэток Грэмми. Знаешь, она крутая, чем, на самом деле. Чем? Девушка просто шепчет. Ты раздираешь свою душу, там, выкладываешь свой голос, а она просто шепчет. И это Грэмми, пожалуйста. Не кажется ли тебе, что чем проще сейчас, тем лучше? Ну, во-первых, я не соглашусь, что она шепчет, потому что... Где там? Есть... Все. Ну, понимаешь, фишка в чем? Это, между прочим, песня года. Да, да. Я считаю, что у нее очень крутой саунд, который делает ее брат. Он, конечно, очень талантливый саунд-продюсер. И в поп-музыке такого саунда на самом деле не было. Пришла Билли Айлиш и прям... Она пришла Билли Айлиш. Принесла с собой какую-то новую вот такую волну. Она принесла новую волну. Дело в том, что мы все воспринимаем поп-музыку, в том числе и зарубежную. Это вот такая, ну, утрированная, усредненная Дженнифер Лопес. Это такое танцевальное, заводное, и покричать, и бридж, и все подряд, и так далее. Что сделала Билли Айлиш? Она
по сути, она сделала андеграундную музыку на уровень суперпопулярности. И поэтому это стало так самобытно, и она собрала столько Грэмми. Дело в том, что кто-то должен был быть такой. То есть нужно было смещать это движение. Да, и теперь есть. Теперь есть Билли. Теперь она есть, да. А еще есть Александр Князев из команды «Трианглесун», лидер этой команды, который 2 февраля даст свой концерт в столице. Ждем всех. Да, ждем всех. Ждите нас, мы к вам тоже скоро вернемся. У нас прямо сейчас Ариана Гранде. Радио «Романтика». Телефон рекламной службы. 921-40. Лидер команды «Трианглесун» сегодня в гостях в «Радио Романтика». Мы говорим о музыке. Александр Князев, Саша, еще раз доброе утро. Доброе утро, доброе солнечное утро. Солнечное, прям очень солнечное утро. Кстати, если летать на самолетах, мы часто летаем, и ты взлетаешь, а там всегда солнце. Вот что классно. Летайте чаще. Да, летайте чаще. А в наушниках «Трианглесун». За то время, что мы с тобой не виделись, сделали для себя какие-то новые музыкальные открытия? Открыл для себя какую-то новую группу, которая на тебя, возможно, произвела какое-то впечатление? Да, да. Что это я было? Открыл группу, которая называется Leisure. Leisure? Да. What's this? Leisure. Leisure — это группа, у которой такой винтажный саунд, типа 70-й, наверное. Вот. Очень крутой. Это... Сейчас, кстати, тема 70-х, она как бы возвращается. Да, ну, да. Все это модно. Да, модно, да. Модно, Гуччи модно, туда-сюда. В общем, Александр Князев, кроме как своего творчества, рекомендует нам всем слушать команду Leisure. Это команда или человек? Команда. Это команда Leisure. Там, по-моему, 5 человек, по-моему, их. Вот. Очень классный последний альбом. Я прям вот прям залип. Очень крутой. Очень интересный. И классно звучит, и вообще продакшн крутой, и мелодии, и такой вот приятный тембр у мужского вокала. Он очень классный. Не это ли вдохновило тебя на запись своих новых треков? Кто знает. Оно все как-то, знаешь, потихонечку влияет. Ну да. У вас были такие истории, когда вам кто-нибудь говорил: ребята, вы такие крутые, спасибо, я на вашем концерте там встретила свою любовь, мы вот 5 уже лет вместе. Такие романтичные истории случались? Да, конечно. Да? И такие истории. И бывают истории, знаешь, когда люди говорят, что вот мы слушали вашу музыку, и у нас там под вашу музыку родился ребенок. Да, и... серьезно? Да вообще все серьезно. Прям родился под вашу музыку ребенок? Ну, прям зачинался и рождался, и там все подряд. И сейчас слушаем, и вообще все классно. Это очень... Нет, на самом деле, ну это приятно, понимаешь, это самая интимная часть людей. Конечно. И когда они выбирают твою музыку, ну это круто, это признание. Через несколько минут здесь прозвучит еще один трек команды «Трианглесун», который называется «In My Head». Угу. Да, и возможно, что-то тоже родится в этом мире под, или кто-то под эту песню. Ну, приятно, да? Приятно вот, получать такие отзывы. Необычно, да, это прикольно. 9 февраля будет «Оскар». Угу. Угу. По мнению Александра Князева, какой фильм в этом году так, должен быть? Кто номинирован? Ну, давай вот так. «Однажды в Голливуде». Так. «Ирландец» Мартина Скорсезе. Угу. Смотрел. Или «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, режиссера Тодда Филлипса. Или «Джокер». Ты знаешь, я бы выбирал между «Однажды в Голливуде» и «Ирландцем». Ты «Ирландца» смотрел? Да, я смотрел «Ирландец». Очень атмосферное кино, очень классное. Вот, Де Ниро, конечно, превосходно играет. Ну, вообще, очень хороший актерский состав. Тоже так очень передает атмосфера. Но я бы, наверное, «Однажды в Голливуде» дал «Оскар». Но знаешь, ты не смотрел «Джокера» или смотрел? Смотрел. Смотрел «Джокера». Да, смотрел «Джокера». Да, и 5, потому что я тоже как бы за вот эти два фильма. Да. Ну, нет, «Джокер» классное кино, но все-таки это не та планка, как бы. Не планка «Оскара»? Не планка «Тарантино», не планка «Де Ниро». Хотя я Хоакина Феникса обожаю. Не планка обожаю. Мартина Скорсезе? Да, я обожаю Хоакина Феникса как актера, просто гениальный. Я очень много смотрел его фильмов. Мне все они практически нравятся, очень крутые. Этот актер прям фейворит. Но «Джокер», само кино, мне кажется, оно как, знаешь, как часть. Это как бы... Ну, не знаю, как очень крутой, наверное, был бы сериал такой, да, был бы классный. Все-таки «Тарантино в «Однажды в Голливуде» — это, ну, это как отдельная книга, какое-то произведение искусства, которое должно стоять просто на полке. То есть ставка на «Однажды в Голливуде». Да. Это ставка, да. Александра Князева. Да, ставим. 9 февраля узнаем, как будут обстоять дела там. Хотя,
Кстати, там снимается Леонардо Ди Каприо, а он Оскар получает очень редко. Очень редко. Так что... Возможно, даже как актер получит в этом году тоже. Почему бы не одну там, или Брэд Питт. Или... Ну, он же получил один Оскар. Один. Будет, может быть, второй, да. Да, это все будет происходить 9 февраля, а 2 февраля в столице в Российской Федерации. Где именно? В Главклабе. В Главклабе произойдет концерт команды «Trianglesun». Да. Зови, приглашай. Музыка, раскрывай. Шоу, большой экран, на котором наш VJ сделает красоту, будет полное погружение. Одевайтесь комфортно, я так понял, что этот вопрос волнует многих людей, чтобы танцевать, чтобы там не мешали вам туфли или еще там что. В общем, будем круто проводить время, петь, танцевать и отрываться. 2 февраля Москва будет веселиться под прекрасные треки «Trianglesun». Александр Князев сегодня был у нас в гостях. Саша, огромное тебе спасибо. In my head, в нашей голове твоя музыка. Счастливо. Утро на романтике.